Знаете, какой один из моих любимых приколов? Сейчас я вам с ними поделюсь. И просто просто будете в восторге. То есть берете, вот, допустим, едет, проезжает поезд, да? Вы стоите где-нибудь там. И вот поезд уезжает, да? Или вы выходите из поезда. Ну, какой прикольный поезд. Видите? Или вы выходите из поезда, да, и поезд уезжает, я вот сколько раз уже так делал, так прикольно вообще. Поезд уезжает, допустим, вышли из поезда, да, и поезд так едет потихоньку, да, и там вы ловите чей-то взгляд, да, то есть кто-то на вас смотрит, там как-то там привлекаете внимание, он на вас начинает, или она на вас начинает смотреть, и вы там, о, там, привет, там. Я не знаю, можно там воздушный поцелуй там позвать, можно просто так привет там, да, там поздороваться, там, да. И она или он поехал, да, там поехала, ну и как бы, да, они уже не смогут там даже, а что и выходить там, что-то такое, или ничего, просто как бы поздоровались, да, и все. Совершенно незнакомым человеком, вот в этом весь и прикол, да, то есть вы его не знаете вообще. Не это. И вот вы все классно. Как он реагирует вообще? Обычно смотрят там, да, там так, ну так смотрят, так удивляются, да, там удивление такое. Вот, вообще, это...